момента создания территории опережающего развития на Камчатке прошло достаточно значительное время. Мне важно, и с учетом тех изменений организационных, которые в этом году произошли, с фактическим объединением корпорации развития Камчатского краевого управляющей компании, то, чтобы мы сверились относительно, возможно, каких-то проблемных вопросов, которые есть. Ну, в первую очередь, конечно, мне должен убедиться, что у нас во взаимодействии все хорошо, что нет проблем со взаимодействием с всеми вовлеченными сторонами. Ну и какие фактические вопросы больше всего вас волнуют.